Аллея боевой и трудовой славы – одно из самых знаковых мест в Самаре. Ежегодно здесь собираются ветераны войны и труженики крупнейших городских промышленных предприятий. 4 августа общественное пространство начали приводить в порядок, в том числе 12 арт-объектов, которые принадлежали заводам. Подрядчику необходимо заменить информационные стенды, очистить монументы от граффити, нанести на них антивандальное покрытие и частично заменить мраморную облицовку на гранитную. Глава города Елена Лапушкина пообщалась с представителями подрядной организации и отметила, что работу нужно выполнить качественно и в срок. Эта аллея для Самары важная. 9 мая здесь все ветераны соберутся на 75 лет победы, поэтому даже не рассчитывайте, что мы на что-то закроем глаза. После осмотра уже отремонтированных объектов Елена Лапушкина поручила подрядной организации устранить все замечания, выявленные при проверке. Вот прошли сейчас абсолютно все объекты, замечаний крайне много, работа выполнена неаккуратно, поэтому те, что работа не принята, переделают целиком и полностью. Есть замечания, которые приняты к исполнению, и они будут все отработаны с подрядчиком и будут выполнены. На сегодняшний день специалисты успели привести в порядок арт-объект, посвященный заводу аэродромного оборудования и триумфальную арку. Еще на двух дорабатывают детали, которые отреставрировали некачественно. Общая площадь ремонтируемого участка более 3000 квадратных метров. Его должны сдать до 31 октября 2019 года. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. События.